Всем привет! Сейчас хочу вам показать 4 пенька орхидеи, которые у меня есть. У каждого пенька своя история. Все они получились, появились по-разному. Сейчас расскажу. Пенек Монзы. Видно, когда я его купила. Стараюсь на каждую орхидейку клеить такую наклеечку, чтобы помнить, где и когда. Ну, в общем, история. А вот это у меня недавно я придумала для себя. Записываю, что, чем, когда полила, опрыскала, ну и так далее. Все действия с орхидеями. Так, это Монза. Летом, так, наверное, была жара, и макушка отлетела. При покупке и после покупки у нее были черные пятнышки не на шее, а вот на листе. Вот, например, здесь вот маленькое еще черное осталось пятнышко. Дальше оно не распространяется, но те, которые были, они добрались до шеи. Ну и, соответственно, она осталась без макушки. Хотя я пятнышки вырезала, замазывала Максимом, убирала, но не шли дальше. Вот, с лета остались 4 листочка. Они не погибают, они в тургоре. Сейчас корни у нее раскуклились. Вот этот корешок. Здесь вот 2 корешка там вот видим. Так, где-то еще были по горшку. Ну и все корни хорошие. Ни одного испорченного корня нет. Но с лета она не дает мне детку. Нигде, никак, никаких намеков, ничего. Вот. Ну, ждем дальше. Монза. Красивая орхидейка. Если получится, я вставлю ее цветение. Дома она цвела у меня. А дальше у меня пенечек остался после омоложения. Эту орхидею мне отдала на спасение Лена с моей работы. Я ее просто омолодила. Вот верхушечка. Она очень хорошо принялась. Это где-то месяц назад было. У нее уже растущие корни, но у нее и были корни хорошие у макушки. Просто была оголенная шея. Так, вот корешочки растущие. Ну, на камере, конечно, это не видно. Вот этот хорошо видно. Вот, в общем, посадка здесь легкая. Зеленый мох, крупные куски коры внизу. И сверху помельче куски коры для того, чтобы задерживалась влага. Она мне уже дала цветонос. Цветение я ее не знаю. От шеи здесь тоже хорошие корешочки у нее идут. Ну, будем ждать. Все с ней уже все хорошо. И с пенечком, кстати, тоже. Пенечек дальше не гниет. Уже на нем появилась довольно-таки быстро детка. Ну, вот, говорю, примерно месяц прошел. Вот. Самое главное, пенечек не пересаживать, не трогать, ничего с ним, никаких лишних манипуляций не делать. Только свет, покой и умеренный полив. Вот. Следующий хочу показать пилорчик сиреневый. Ой, с названием сиреневых у меня тяжело, я их забываю. Так, она очень красиво цвела у меня. Так, куплена, значит, ага, только это прошлый год она у меня куплена. То есть она у меня больше года. Отличнейшее растение было, просто замечательно. Вот полный горшок был корней, полный. Все корни были хорошие. Сейчас, вот видим, некоторые схлопнулись, но много корней тоже осталось хороших. Оставалось на ней 2 листа, но, видимо, гниль идет ниже и ниже. Вот эти вот корешки, вот трогаю, они здесь мягкие, даже вот это веломен, вот, в общем, там сгнил. Вот этот хороший корень, вот этот, скорее всего, тоже уже испортился. Так, вот этот тоже, вот вроде бы смотрим, да, нормальный, но я нажимаю, там веломена нет, он все мягкий. И вот здесь вот у нее, я заметила, начала проклевываться детка. Вот она, эта деточка.
Но она была такая прям налитая, прям хорошая, бодренькая. А сейчас я смотрю, она как бы усыхает. Вот. И то есть с лета, после того, как отцвела, появилась желтизна на шее, вот просто ни с того, ни с сего, на ровном месте отвалилась макушка. Ну, не отвалилась, я ее успела срезать, но желтизна появилась стремительно, буквально за 2 дня. Вот, и с лета тоже никакой, видимо, детки нет. Ну, такой пенек я не выкидываю, где хорошие корни от шеи, внизу они еще хорошие, пенек так-то не маленький, длинненький. Буду ждать дальше от него деточку. Пилор крупный, очень красивый, цветение постараюсь ставить. Очень нравится такая форма цветения. И четвертый пенек, который у меня есть, это орхидея Green World. Получала ее этой весной. Успела я ее пересадить. Она была в очень хорошем состоянии. И в посадке она принялась. Вот растущий корень. Нарастила корней много. Конечно, они вот зелененькие, как мох. Не совсем их видно. Вот на дне видно корешочки. Летом, так, орхидеи азиатские я удобряла по листу опрыскиванием. Точку роста всегда проверяла, убирала влагу, если есть, туалетной бумагой. Но, видимо, влага осталась в пазухе, которую я не заметила. Пазухи на тот момент, да, грешна, не проверяла. Вот, и тоже заметила желтизну, и отвалилась макушечка. Ну, вот, три листочка хорошие. А на тот момент, когда это все у меня случилось, у нее уже было 2 цветоноса, они были большие. А после того, как отвалилась макушка, орхидейка замерла на какое-то время, подумала, дорастила цветоносы и процвела по одному цветочку на каждом цветоносе. Тоже след детки на ней нет. Но сейчас она начала доращивать один цветонос. У этого цветоноса кончик обломан. Ну, в общем, такие пенечки. Будем ждать от них чего-то хорошего. Посмотрев повнимательнее на этот пилор сиреневый, решила посмотреть, что там находится под здоровой землей. Вот это розовое, это здоровая земля. И на самом деле там была чернота. Сейчас еще раз я всю эту черноту счистила. Детка, которая усыхающая тут была, под ней была тоже чернота. Ну, пенек не внушает доверия, вернее, то, что от него осталось. Он стал гораздо меньше. И лист, кстати, этот остался, но он, видите, с какой окраской, какая-то в нем желтизна. Желтизна уже появилась давно, ну, недели 2-3. И также здесь остались тоже усыхающие корни от шеи. Вот этот корень пустой, вот эти два, наверное, хороших. Вот эти корни с этой стороны, где рука, тоже они от шеи плохие. Ну, подержим пенек еще немножко, подождем, посмотрим. Но надежды он не внушает.